Привет! Бюджетные смартфоны – понятие относительное. Кто-то скажет, что бюджетные – это до 30 тысяч. Что? Кто-то что до 15? Давайте встретим бюджетник среди бюджетников. Redmi 5A. Где A? Значит, а ниже 8 не хотите? Апельсинового цвета коробка, в ней необходимый минимум. Зарядка, кабель microUSB, игла, чтиво. Сам смарт тоже положили, вот он. Пластиковый корпус, экран 5 дюймов, HD разрешение. Вот циферки для гиков, а проще говоря, за такую цену сложно представить себе IPS-матрицу лучше. Все хвалят калибровку и насыщенность, разве что на ярком солнце придется всматриваться. Что по начинке, коктейль такой. Snapdragon 425, график Adreno 308, 2 гига оперативка. Трезво оцениваем, на что годится, браузер там, социалочки, вот это все. Поиграться в современные тайтлы тоже пожалуйста, но извольте на низкой графике. Памяти 16 гигабайт, 2 сим-карты, причем в евро-версии первая симка получила отдельную слот-однушку, что удобно. Вторая соседствует с microSD. Кстати, именно этот вариант продается на xstore.net. Еще немного циферок. Батарея на 3000 мАч без серьезных нагрузок. Это 1,5-2 дня работы. Камеру за такие деньги лучше. Надо еще поискать. Да, шумит в темноте, HDR не быстрый. Но для Инстаграма даже без фильтров не стыдно. В видеосъемке, кстати, можно отметить необычно хороший звук для бюджетки. Что в итоге? Смартфон для повседневных задач без излишков за вкусную цену. Если звонить, серфить интернеты и экономить ваше все, то вот он, ваш Redmi 5A. Большое спасибо за просмотр. И помните, за Xiaomi только в их сторону.